Димитровградец Хамзя Амиров живет на улице 9-й линии более 40 лет. Мужчина не помнит, когда здесь был нормальный тротуар. Говорит, ходили по бездорожью. У нас нет прохода. Раньше, вот, когда мы здесь жили, были двухэтажные вот это хлебно-базовские дома. Даже в зимнее время проезжая часть дороги не чистился, машин никто не ездил. Мы только пешком ходили на работу. Вот сейчас заселились, вот видите, столько домов, а ни тротуар, ни ничего. Это отлично, давно надо было делать. Делать начали, обещают уложиться в 2 недели. Площадь тротуара 1200 квадратных метров. Протяженность более 600 метров от улицы Свирской до дома номер 12 улицы 9-й линии. По сути, тротуар пройдет вдоль всей проезжей части района Осиновые Рощи. Данный тротуар у нас является уже по счету 6-м, который в этом году подлежит ремонту. Значит, по данному тротуару было очень много вопросов, значит, жителей по 9-й линии. Дабы как бы одна половина стояла у нас, значит, в воде, вторая половина у нас находилась в неудовлетворительном состоянии. Болотистую часть тротуара дорожники планируют поднять выше, чтобы не попадала вода. Остальная же часть тротуара останется на привычном для жителей месте. Татьяна Баловнева, Константин Белов. Наше время.